письма. Мы разбираем припев. Первое наше движение, ноги у нас работают, у нас небольшие шажочки, центровой мальчик, он из задних линий выходит вперед, а остальные находятся на месте. У нас идет шаг по правую, на левую, на правую, на левую. Колени обособлены у нас, грубо говоря, корпус немного поворачивается в сторону ног. Вот. У нас идет 6 таких шажочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Руки. С первым днём шагами у нас руки вытягиваются вперед. Раз, два. Затем мы притягиваем их к себе. Три, четыре. После этого руки сбрасываются вниз. Пять, шесть. За шестым шагом у нас больше идет не такой же шажочек, как до этого был. Мы на него наступаем. И правая нога уходит в диагональ вперед. Руки в этот момент мы закончили пам-пам. Из замаха правая рука идет вниз, и левая идет к правому плечу. У нас идет как удар. И голова у нас поворачивается влево вниз. Еще раз внимание, кусочек вместе. 7, 8, раз, и 2, и 3, и 4. После этого мы возвращаем правую ногу назад, руки. У нас руки были здесь, они идут просто к себе. Движение руками. У нас работает в основном правая рука, то есть акцент идет на ней. То есть пам, к себе провернули, пам, к себе провернули. И после этого у нас будет работать левая. Пам. Ноги. Мы сделали пам, пам. Шагаем на правую ногу, колено загибается. И делаем еще один шаг в эту сторону. И после этого у нас идет шаг на левую ногу. Соединяемся руками, сделали пам-пам, и делаем раз, и, два, и, три, и. После этого мы спрыгиваем на правую ногу. У некоторых ребят левая нога отрывается, у некоторых стоит на месте. То есть движение, по сути, идет пам. Просто переносим вес на правую ногу. Руки раскрываются в стороны, ладони смотрят друг на друга. Затем подставляем левую ногу, и руки сводятся вместе. Еще раз. Мы сделали пам-пам и 8. Ноги у нас в этот момент будут согнуты. Потому что после этого мы отставляем левую ногу и садимся в плие. Руки раскрываются, пам. У нас идет, грубо говоря, бит на левую ногу. То есть мы накидываем корпус немного. И повторяем это движение потом еще раз. Еще раз мы будем здесь. Раз, скинули корпус. Два, скинули корпус. Три, достали руки. Корпус продолжает действовать по тому же принципу. То есть мы понемногу наваливаемся на левую ногу. Сейчас мы достали руки. Мы бьем руками вниз. В этот момент колени сводятся вовнутрь. Затем раскрываются обратно. И после этого руки работают сами. То есть движение будет пам и пам. Еще раз. Мы сделали удар. 5 и 6, 7 и 8. Раз, два, три и четыре. Затем руки сбрасываются, правая нога немного подтягивается, и после этого у вас идут шаги. Шаг на правую, на левую, на правую. То есть опять же маленькие шажочки идут. Руки. Когда мы шагаем на правую, у нас руки в кулаках разводятся в стороны. Примерно в диагонали они смотрят. Затем руки в ладонях идут к плечам, мы сводим их в крест. И затем мы их раскрываем опять в кулаках. Руки наверх. Еще раз. Мы сделали пам-пам и 8, раз, два, три и 4, 5, 6, 7, на счет 8 у нас идет поворот. Мы опираемся, опять же, мы шагаем на правую ногу, опять же, шаг идет на нее, мы ею отталкиваемся и поворачиваемся. Руки. Мы закончили здесь. Центровой мальчик руки делает вот сюда, просто он их раскрывает для замаха и разворачивается. Еще раз соединим эту штучку. Закончили. Па-бам. 5 и 6, 7, развернулись 8. Затем руки у нас поднимаются наверх, опускаются вниз. Через крест опять раскрываются. И затем у нас будет работать. Мы их раскрыли, левая рука остается в стороне. Правая рука работает, мы проворачиваемся один раз и второй раз. За каждым разом мы поднимаем правую руку наверх. Ноги. Мы развернулись, и у нас правая нога уходит вперед, наступает,
мы проворачиваем на левую ногу на пятки. Бам. Затем меняем их, то есть у нас левая нога выходит вперед и проворачиваем правой ногой на пятки. Затем мы опять проворачиваем левую ногу и повторяем проворот с левой ногой. То есть движение раз, два, три, четыре. Соединяем руками. Мы развернулись, руки идут в замах. И раз, два, три, четыре. Затем мы шагаем на левую ногу, правую расставляем, шагаем на правую ногу. Руки мы сделали там, там. Правая рука у нас идет к себе, через себя. И то есть руки мы, грубо говоря, сводим и раскрываем. Сейчас мы закончили здесь. Делаем бам. Делаем то же самое в другую сторону. То есть, когда мы ногу потянем, у нас тут сводится. Затем раскрываемся. Еще раз. Сделали. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Затем правая нога у нас уходит назад. Руки идут к себе. И мы делаем. Мы крутим вводную ногу вперед. Помогаем этим рукам. То есть, руки у нас работают бам, бам. И, грубо говоря, мы грудь уводим назад. Раз. За вторым разом мы ногу немного отставляем, делаем два. Затем руки опускаются вниз, и мы вытягиваем себя наверх. Руки опять же превращаются в прежнее положение. После этого у нас будут работать ноги. Руки находятся все еще здесь, ноги. Выбросили левую ногу, поменяли, выбросили правую ногу, опять поменяли, отставили левую ногу в сторону. Руки все еще находятся здесь. Пам. И пам. Когда мы отставляем левую ногу, у нас левая рука уходит в сторону, правая рука уходит в голове. И после этого мы будем бить, грубо говоря, правой стороной об левую. Пам. То есть у нас рука закрывается, голова отворачивается в левую сторону, и правая колено также отворачивается. Делаем пам. И затем у ребят идет переход на второй прилив. Соединим все сразу же по счету. 7, 8. Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь, и раз, два, три, и четыре, пять, и шесть, семь, восемь, и раз, два, три, четыре, пять, и шесть, семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре. Соединяемся сразу же по скорости 80%.